Привитос, амигос, я тут, знаете, о чем подумал? Не только о том, что камера здесь не очень и вообще все прах и тлен, а о том, что в таких древних играх очень грамотно были подобраны уровни сложности. Вот когда средний выбираешь, вот он реально средний уровень сложности. Ну, для такого игрока, который не 10-й раз эту игру проходит, а, скажем, там первый, вот средний уровень убираешь, он такой самый вот оно. Что вроде как и сложно, и из последних сил местами, но все равно возможно пройти. Ну, на хардкоре-то понятно, меня первый же бомж в поезде загрыз, поэтому я вот все к этому веду, что... Как хорошо, что... То есть, к тому, что, как бы, вот, например, играешь сейчас Ведьмака, Fallout 4, вроде выбираешь средненький уровень, а потом начинается такое изи, что ты переходишь на ультра-тяжелый, и все равно и там всех разрываешь еще после этого. То есть, довольно странно. Что за звуки, нахуй? Это звуки, означающие, что как бы, чувак, тебе сюда не надо. Так, у меня есть ключ от этой красной. А, ну да, я иду обследовать крыло, в котором мы еще не были. Не кажется ли, эти статуи повернулись? Давай, чувак, иди. А тут голубая дверь одна, что ли, только? Кажется, этот ключ вам больше не нужен. Отлично вообще. Одноразовые ключи рулят. Какая-то эксклюзивная дверь. Ну что, оставить Билли здесь? Или взять Билли с собой? У Билли, между прочим, два слота, но на Билли один раз чихнуть, и он все, он помрет. Что-то за... Блять, раньше хоть только аптечки жидили, а теперь еще... В смысле, патроны жидили, а теперь еще и аптечек нет. Игра продолжает зажимать мои яйца в тиски. В непроходимые тиски. Оу. Broadcast room. Что такое broadcast? My English very bad. Надо пойти посмотреть, что такое broadcast. А, кладовка. Что-то я чую, здесь херня какая-то будет. А чё такое? Блять, ебал мамку нахуй делал, пошли отсюда. Билли, ты видел эту хуйню? Пойдем в другую посмотрим лучше. Блять, твою мать нахуй, давай того лучше отпиздим. Че, они охуели, что ли, понаставили, блин? У меня была смутная надежда, что это разные, блядь, но это нахуй один и тот же пиздераст. Билли, сука, вооружайся чем хочешь, нахуй, ебашь его. Билли как долбоеб стоял такой, типа, неприкаянный нахуй, и первым пиздюлей получил. Я надеюсь, из этого мы извлечем все урок, как бы, что если идет драка, а ты стоишь, типа, не при делах, все равно ты по ебалу получишь, так что, блядь, иди, сука, и участвуй. Билли, блядь, мудила. Ну-ка, дай, блядь, сюда. Ну-ка, стой, блядь, здесь. Сейчас мамка все уладит. Не, я его лучше коктейлями закидаю там. Там один еще, блин, опаснее в коридоре стоит. Это хоть в комнатке можно заманячить, а тут-то вообще, блин. Посреди дороги. Кто сказал, что он с трех коктейлей убивается? Пиздуны. Ой, твою мать. Бомбанула. Сука. Да, ёб твою мать. Это удар по арсеналу знатный. Может, надо было сейчас поджечь, потом отбежать, потом пью-пью. Ну, вообще гемор какой-то. Похоже, что кто-то пользовался этим оборудованием совсем недавно. Интересно, как ты это поняла? А, оборудование для видеонаблюдения. Его довольно давно не использовали. Ты слепая, ты чё, блядь?
О, рукоятка от тисков. Вот только недавно я тиски вспоминал. Вот они. Ну и что тут? Похоже, что кто-то... Ну понятно, потому что оно включено, а там выключено, значит, тем давно не пользуюсь. А это вот прям... И все. То есть тут кроме вот в этой здоровой комнате... Вот в этом, блядь, ангаре просто нахер. Ничего кроме рукоятки для тисков, сука твою мать, нету. Охрененно, господи, какая прелесть. Билли, ты готов биться как лев? Потому что у меня тоже, видишь, болит селезенка или что там мне сказали. Я говорил, что печень, но сказали, что там не печень. А я такой, а мне пофиг. Так. Хули ты киваешь? Так, я начну, а ты... О! А ты давай подхватывай. У нас с тобой... Мало шансов, Билли, чувак. Билли, чувак, опять опиздюлился. Господи, какой ты нахрен невезучий. Я твою мамку шатал. Сраный неудачник. Так, ну думаю, что в комнату для наблюдений можно пока не ходить. В принципе, рукоятка для тисков мне нахрен сейчас не нужна, ибо никаких тисков я пока не видел. Куда ценнее найти хилку? Лучше две. Две было бы вообще замечательно. Значит, этого в коридоре надо решать по-любому. Мимо него каждый раз бегать, это каждый раз получать леща неизменно, потому что, ну, я думаю, что без леща-то он мимо не пропустит. Так, я его коктейлем, а потом гранатометом. Надо Билли, главное, в сторонку убрать, потому что Билли... Хорошо, что вторым стиком управляется Билли. Плохо, что он продолжает здесь мешаться. Я думаю, что его взрывом нахуй сейчас... Да, застрели Билли, конечно. О! Билли, ты не сдох? Да ладно. Ничего себе. Да. Хочу заметить, что все-таки тремя коктейлями не убиваются эти монстры. Если они три выстрела из гранатомета выдерживают. Ну что, пойдем посмотрим, что здесь есть. Надеюсь, мистер Тентакля на нас снова не нападет, потому что иначе это жопа какая-то будет. Господи, дайте хилку хоть одну. Изверги. Бар, Билли, бар. Бухать будешь? Пианино покрыто пылью, но похоже на нем можно сыграть. Сыграть на пианино. Мурку давай! Тебе, походу, медведь не то что на ухо наступил, он тебе по голове попрыгал. Я хочу заметить, что... Заебись. Что в предыдущей части была загадка про пианино уже. Надо было ноты найти и лунную сонату сыграть. Но, как мы видим, игра на пианино не исцелила главную героиню. И вообще тут нету ни хера. А, я понял. Здесь по карте видно, что комната большая. На самом деле она с тайничком. Вот это говно должно отъехать. Вот эта выпирающая стенка, вот она даже выделяется по графике. Но на какую мелодию зашифрован этот механизм просто непонятного? Где у стены динамик, блядь, чтобы она музыку услышала, как бы? Как это работает? Ёб твою мать, нахуй ты в них стреляешь, беги, дурак. У нас только жизнь, нас и черви съедят. Коридор. Комната слева, комната справа. Ну что, куда хочется тебе, Билли? Нет смысла оставлять его одного, потому что мы... Что я с одного удара, что он с одного удара. Давай. Вот эта дверь внушает мне больше оптимизма. Мне кажется, за ней нас сейчас просто вздрючат. Там каких-то психов, наверное, держали. А, прости, чувак. Пойдемте тоже что-нибудь поищем. Вон травка там.
Светится чувак. Походу, на нашей улице сегодня праздник. Только там что-то кости какие-то. Мне что-то не очень нравится. Возьми себе тоже, что ли, патронов. Так, надо Билли дать травки пожевать, но до этого. Надо ему вернуть нахер его оглоблю. Бля. Что у тебя с инвентарем, чувак? Как ты его засрать умудряешься? Сука. Сдается мне, что вот этот патрон для магнума явно лишний. Ладно, можешь подержать мои патроны, пока я сейчас скрафчу тебе. Пустая бутылка. Пустую бутылку надо брать, конечно. Пустая бутылка это. Вам интересно, человеческие ли они? Ну, не, это обезьяна расчлененная, видно по черепу. Так, наконец, наконец-то, ёптать. Ух, смерть миновала. Ну чё, дайте патронов или ты перебью... А, себе патронов, да, я не перебьюсь, мне надо. Так, Билли, Билиндос, давай-ка бутылку. Начинай бутылки собирать себе на старость, а то у тебя там... На тебе, на тебя 23 убийства повесили. Я думаю, работу ты не найдешь. Так, что тут делать? Выглядит изношенно. Некоторые приборы даже покрыты ржавчиной. Какой кошмар. Что же это? Что же это за комната такая? Что ж тут делать-то? Ага, тумблеры какие-то. Различные лабораторные оборудования. Ничего интересного. Как? То есть тумблеры это нахрен, да? То есть это просто комната с аптечками и ничего здесь больше нет. Я что-то не верю. Ну это газовая камера, короче говоря. Но здесь... Я даже помню, баллон с химикатами находил. Ну а что тут делать? Если тут ничего не юзабельно, ничего не активно. Хотя вот это, похоже, что будет работать, вот эти рычажки на полу, но, видимо, не сейчас. Так, ну и чего? А, я, конечно, воспрянул духом, что мне подали полечиться. Еще один капитан Тентакля, и все. Я буду опять держаться за селезенку. Ебать, а вот и он. Интересно, из пистолета много пуль на него надо тратить? Билли, дружище. Все понимаю, но схватись-ка ты за дробовик. Не можете это экипировать, а в чем дело? А, он в этот момент был занят огребанием. Почему он целенаправленно? Да что ты, дура, прибежал-то? Ебать, бот тупорылый. Ебаный в рот. Ну, опасно, опасно. Заебали. Они нахуй не ебнулись там со своими вот этими, блядь, хуйнями их пихать, блядь, повсюду. Я понимаю, что можно сказать, одного надо оставлять, но ебал я. Куда брать-то тогда все? Только назад, ублюдок. Обычные уже не впечатляют. Причем у меня такое чувство, что я вот урон огреб только из-за взрыва. Из-за того, что он взорвался. Хотя я отбежал. Мне что, блядь, надо в другую комнату съебаться, что ли? А, вот. В тисках зажата табличка. Я только не понял, нахуй мне не нужны эти ваши таблички. Что с ними делать-то? Ну, короче, я понял, что здесь лучше всего брать одного персонажа, просто бегать, все лутать. И не вступать в бои с тентаклями, потому что, ну, полная хуйня вообще. Как такое говно можно было придумать? Вот до чего были гениальные мобы, которые нас мандаошки съели.
Заебись. Вот до чего было гениально прошлая часть, где трупы вставали, да, их надо было сжигать, чтобы они не встали. Вот это было гениально. Но делать вот таких конченых мобов, которые, блядь, нихуя не убиваются, блядь, дают тебе пизды, а после еще и взрываются, как ядерная бомба, ну это, блядь, бред просто ебанутый, конечно. Сейчас покажу, короче, как там надо сделать. Берем минимум, минимум вещей с собой, чтобы инвентарь был посвободнее, дабы максимум профита оттуда вынести. А, я еще не дошел, да. Ну, в общем, план ясен, да, что ни с кем не драться, кроме вот тех двух бомжей в комнате, которых легко убить с дробовика. Просто бегаешь там между этими тентаклями, они вроде даже если хватают, наносят урона куда меньше, чем при взрыве, блядь, при своем ебучем. Так, вот мы, значит, ну туда придется все равно вернуться еще на пианинке поиграть, жаль. Так, тут у нас что, слева, справа тиски, тиски надо брать, да. К сожалению, тут на входе стоит один, сука, говноед, блядь. Но я думаю, что он тоже не обладает такой прям тигриной реакцией. И просто вот так вот хуяк. Главное, чтобы тупая баба заметила то, что, блядь, надо взять. И съеблась отсюда. Все. Из комнаты они в этой части, как говорят, не выходят. Я читаю, да, комменты, все, что пишут, все наши подсказоньки. А то многие волнуются, что я не читаю. Все читаю. Не на все реагирую. Ибо нех, но читаю. Вот. И... Так. Где я сказал, я чую, что аптечки? Вот там. Можно даже Ребекку пока не лечить, она желтая. Я думаю, ее никто не сваншотит. Было прикольно, если бы ты их не убиваешь, они тебя тут догоняли и дрючили. Эти патрончики. Давай быстрее нахер все это собирай. Нет, мне похую, какие они там. Давай. Чего? А, все, интернет. Блять, интерфейс засран, да? Окей. В принципе, вот осталось-то взять бутылки пустые. Механизм для тисков, он вставляется там в эту хреньку. Вместо него берется табличка. И мы бежим на выход, все. Эй, бутылки пустые не влезут, да? Херово. Надо было вместо дробовика пистолет брать, тогда бы нормально было. Да хули с этого коктейля Молотова, говно полное. Он бомжей даже, наверное, с одного не сжигает. Тентакли, на каждую тентаклю тратить 3 коктейля, и то он не дохнет. Лучше убежу. Блять, на хули ты тут делаешь? Сука, заебал, я, блядь, усираюсь уже нахуй, с перепуга. Они их, блядь, просто здесь, в каждую комнату поставили. Ладно, моб какой-то был классный. Так, ну, нихуя не вижу, где они. В этой части им бошки отстреливают попроще. Просто, блядь, ствол задираешь и еблысь. Не надо ждать, когда они в упор подойдут, хуяришь так с расстояния. С двух шагов. А, блядь, еще патроны, ёб твою мать. Ну чё, сейчас, значит, придется полечиться все-таки. Что я могу сказать? Патроны для дробовика слишком ценные, чтобы их здесь оставлять. Это не сраный коктейль Молотова. Какой долбоёб зажал здесь табличку в тисках, мне интересно. Абенденс. Глиф послушания, ёб твою мать. Чё там написано? Глиф с изображением раба. Слово послушания написано. Почему раб белый, чё за хуйня? Похильнулись. Значит. Да, да, различные запчасти. Ты дура, что ли, блядь, слепая нахер? Вот, конечно. Сколько патронов там? О, много.
Жаль, бутылки пустые не взять. Сколько там сейчас за них в приеме стеклотары дадут? Так, ну и все, я отсюда теперь туда. На пианинке играть не пойду. Хорошо, главное отсюда выбежать и сохраниться. А вопрос, хули делать с этими табличками, это уже, блин, дело десятое на самом деле. Хуеньки! Тебе. Ау, блять, вот это вообще не круто. Иди нахуй от меня. Бум-бум-бумер. Ну вот интересно, он вот пообнимал ее, ничего, даже не укусил, не треснул. Сразу внимание. Да, вот тебе, блядь, обрати внимание на грани умирания. Ну хоть Билли сейчас будет здоровенькой. Жалко, да, что, блядь, инвентарь мелкий. Но все равно неплохо получилось. Можно было бы, конечно, с пистолетом все это проделать. Тогда бы у меня и бутылки, наверное, с собой были. И я бы сейчас полечился. И мы были бы здоровенькие. Yes, yes, ОБХС. Так, на тебе. На тебе, Дейзик, ёпты, подушись, вонючка. Так, подожди. А что на полу лежит? Пистолет и коктейли. Пистолет Ребекин. Так, ладно, давай-ка внизу сейчас все выгрузим, потом дальше пойдем. Так, таблички я пока эти выкину, потому что я не только потому, что я не знаю, куда их вставлять, но еще и потому, что одна табличка лежит на улице на столбе, а ее пока не достать оттуда. Надо теперь хрен к носу прикинуть, а куда идти. И что там делать? Так, если... Я пока... Вот сюда надо, наверное, пойти. Это третий этаж. Вот за эту круглую дверь пройти. И что там будет? Не знаю. Но это единственное место, куда я еще могу пройти, где еще не был вообще. Так, как мне на третий этаж попасть? Со второго этажа? Да, тут хер чего понятно. Просто борода. Ну, вон я вижу лесенку, конечно, но там... Там таракан шумит. Вот она посередине, да? Видимо, там и надо идти. Ну что, сразимся с тараканчиком? Что ли? Или по балкону можно пройти, там вроде бы тоже. Подождите, вот смотрите, балкон сверху. Куда он, блядь, приводит? Я что-то не вижу тут лесенки, которые... А, вон. Да, давай-ка по балкону нахуй тараканов, они какие-то идут вообще, блядь, безумные. Хер завалишь этих мразей. А внизу я чего открыл? Когда картина отъехала, там не учебный... А, там. Там что угодно, но не учебный центр третьего этажа. А здесь что было? А, кабинет с шахматками, да, точно. Там открылась в учебном центре, так понимаю, дверь с рыцарями, третья, их тоже три показала. Вот. Ёбаный нахуй в рот, блядь. Хули вам тут, пидораска. Лучше б я на тараканов напал. Билли, ты стреляешь из своего точного пистолета? Пидораска, блядь. Смотри, а. Внимание мне включило. Говна кусок, блядь. Умри в конвульсиях, дрянь. Сука, ну и часть игры, кого только не сделали. Тентакли, блядь, обезьяны какие-то, ящерицы, рептилоиды. Просто, блядь, флора и фауна. Сикараж какая-то, он ползал, это огромная.
Ёбаный в рот, опять обезьяны! А, я охуенно срезал, я вам хочу сказать, просто вообще. Просто лучший. Да как карту-то включить, ёб твою мать? Пошел нахуй. Билли, ты долбоёб. Мы ничего не выиграли от этого. Ха-ха-ха. Значит, можно загружаться, нахуй. Только пиздюлей получил, больше ничего. Значит, придется сражаться с тараканом. Чем мне очень не хотелось сделать, потому что тараканы в прошлый раз меня убили очень жестко. А он еще может и не один. Ну ладно, блять, было бы вас двое хотя бы, ебать, но у вас тут... Билли, ты там где хоть, ёб твою мать? Ну, Ребекка, я так понимаю, не выйдет сейчас, да? Ребекка погулять не выйдет. Конечно. Нахуй, с такой кучей тараканов просто невозможно биться. Они победят. Я только не понимаю, другой-то маршрут был в эту хуйню? Или вот обязательно либо через тараканов, либо через обезьянов? Блять, а как вообще попадают в учебный ёбаный центр? Вот объясните мне нахуй. А, ну вон. Что? А, там где тараканы, я не туда убежал? Блин, в самом лучшем, самом пиздатом случае таракан там один. В самом хуёвом случае их там много. Нахер ты это говно несёшь? Я думаю, может одним Билли сбегать, хули там вдвоем. Okay. Надо бы дробовик у нее отжать. Ладно, хер с ним. Если что, я все равно только что сохранился. Я просто думаю, что таракана лучше оббежать, потому что они ебашат. А их, я думаю, там ну двое как минимум, судя по звукам. Опачки, вот двое, трое, блядь, четверо, нахуй, вот так вот, блядь. Совокупление. Ну чё он мне снес? Не, смотри, ничего не нанес. Как я понимаю, эта часть вообще не рассчитана на прохождение Чак Норрис стайл, потому что, ну, патронов на это не хватит просто вообще ни при каких раскладах. Тут невозможно ставить хедшоты, то есть встречаешь зомби, если ты хочешь его убить, ты определенное количество патронов должен потратить на него. Встречаешь таракана, определенное количество патронов должен потратить на него. И вот если сложить всех мобов и все патроны, то мобов окажется больше, чем патронов, доступных тебе в игре. Телескоп. Хуясь, у них тут Хаббл. Так, и дальше мне не пройти, да? А что там? На что дверь закрыта? Дверь закрыта, нигде не видно замочных. А вот я и тоже смотрю, что что-то... Странно, рыцари не стоят, дверь не держат. Понятно. Телескоп работает на табличках. У меня с собой нет ни одной. У Ребекки с собой нет ни одной. Их можно сюда принести довольно быстро, но у нас их только две. Проблема в том, что где-то, сука, и не где-то, а еще одна есть. Я знаю, где она. Она на улице. Но на улице не работает лифт. Там не хватает пердохранителя. А пердохранитель? Я не знаю где. И это беда.
Потому что, ну, я уже везде побывал. Есть классная загадка с пианинкой. Но где взять ноты для пианинки? Фортепианки. Хуйня какая-то, блядь. Три фундаментальных принципа корпорации Umbrella. Рабство, что ли? Хуяво принципиальные ребята. То есть здесь брать нечего. Очень интересно. Блять, а может быть... Может, на фортепиано должен был Билли сыграть просто-напросто, а не Ребекка? Может, ноты там не нужны? Блять, а какую мелодию тогда надо сыграть? Откуда он знает? Хуйня какая-то полная. Ёб твою мать, пошли вы нахуй. Сука, крабы ёбаные. Подожди, а дальше что там за дверью? Ага. Ничего интересного. Так, а сбегаю-ка я на пианинке по... Трынь-дрынь-дрынь. Это и рядом здесь, кстати. Блять, этих тараканов бы поубивать нахуй, да нечего. Ну, если кто-то один таблички отнесет, в принципе. Ничего опасного, хоть их там и стая, если с ними не сражаться. Так, подожди-ка тут. Мистер, блядь, кишечник нахуй опять. У-у-у. Своей плетью тут размахивает. Мне кажется, что по-любому предохранитель где-то вот здесь вот должен быть. Больше ему негде быть. Ну, Билли, давай, на тебя вся надежда. То же самое играет. Лох педальный. Блять, ну как это работает? Я просто... Вот как можно было... Да. Я просто помню, что в предыдущей части задачка была такая, что надо ноты найти, чтобы сыграть правильную мелодию, и правильную мелодию открывает. А здесь правильный человек должен был сыграть, как будто он знает, что нужно играть. Да? Вот. Вот, пожалуйста. Пиз Доферсон. Хуя, сколько патронов магнума здесь. Что ж, надо тащить сюда Ребекку. Это задачка для двоих, видимо. Билли опять на пианинке поиграет, опять дверку откроет. Или там обязательно нужен. Нужен аккумулятор, чтобы это говно работало. Непонятно вот это немножко. Но, значит, можно что-нибудь придвинуть и не дать двери закрыться, что ли? Или что я, блядь, должен... Вместо одного аккумулятора другой поставить, так почему-то другой сразу в лифт не отнести, не воткнуть. Хуйня какая-то. Логично, блядь. Иди в жопу, ублюдок. Так, короче, из Ребекки пианистка, как понятно. Пианистка из нее так себе, значит. Надо выпускать Билли. Для этого надо поставить обратно этот ебливый аккумулятор. Вот. А у Ребекки место есть в инвентаре? Конечно, нет. Угу. Надо патроны Билику отдать. Что-то у меня вот с патронами уже проблем вообще нет. У меня проблемы с аптечками и тараканами на крыше. Так. По
Подожди, у Ребекки места нет. Как она возьмет аккумулятор? Блять. И бутылки получает Билли. Так, ты выходишь. Нет, что, серьезно, что делать с этими дверями? О, если я Билли здесь поставлю. А Ребекка просто возьмет аккумулятор. Может, он подержит стеночку-то? Билли, ты мудак! Да, Билли конченый вообще. Тема похожа на что-то из «Крестного отца». Не заглавная тема фильтра, фильма, а какая-то там, не знаю, проигрыш. А, и, блядь, пиздатая загадка, просто вообще не знаю. Хренота какая-то. Ну чё, выбегать мы отсюда тоже по одному будем, да? Сначала Ребекка, потом Билли. Чтобы не вступать в эти бои. Утомительные. В общем, можно было бы монстру хотя бы ногу отстрелить, и пока он срастается, от него убегать. Это было бы, да, это было бы круто. Но, видимо, в те времена, когда игра делалась, это было еще невозможно. Реализовать, сука. Пошел нахер. Кусок ты говна. Сука, хоть петли бы смазали. Следующий придурок. Да, блядь, вообще, конечно, этот геймплей, он такой неторопливый, что, блядь, аж бесит уже. Слушай, вот это самая непроворная тентакля из всех, потому что остальные хоть хватали. Этот ничего не успевает. Пошли. Мы в безопасности. Так, теперь надо всего лишь забрать табличку, включить телескоп, и что дальше, интересно будет. Мы увидим Марс. Интересно, нахрена тут телескоп? Как связано? Они что там, вирусы по созвездиям гадали, что ли? Рыбы в созвездии Стрельца, самое время выпустить зомби. Фламицин такой, господи. Так... Давай-ка мы выкинем патроны для Магнума, которого у меня все равно нету. Давай-ка мы возьмем свой бензин. Сука. Сливим молоточков. Сколько у меня бензина, блядь? У меня бензина больше, чем бутылок. Выбросить. Обменять. Нет, ей все. Да, и аккумулятор пусть тоже телка таскает. Вот. Все, места есть. Единственное, что таблички-то надо будет тащить. Знаете, чего нету? А где лента сохранений? Раз, два, три, четыре, пять предметов здесь лежит. Раз, два, три, четыре, пять. А, что, ленты кончились или у кого-то из нас они в инвентаре, я не видел. Ага. А, ленты, наверное, наверху бросил. Ну да, слава богу, сука. Хорошо, хоть и догадались на карте отрисовку предметов сделать, потому что так можно выбросить что-то вот с такой камеры и, блядь, больше никогда это не найти уже, наверное. Да-да, сохранитесь. Да давай нахуй быстрее печатай своими колбасками. Тык-тык, все. Хол-хол-хол-хол. А, ебать, наконец. Билли лох. Все, пошли. Сделаем это. Ёб твою камеру, блядь.
Здесь вот эти рыцари, которые у двери стоят, так напоминают рыцари Анор Ландо. А, темных рыцарей из Dark Souls, вот темных, да, точно. Даже цветом похоже. Так. Ну. Ой, только не говори, что мне теперь придется идти наверх и там лифт вызывать, отправлять. Фу, блядь. В натуре говно какое-то. А, во. Знаете, в чем прикол? В том, что Билли должен был... А, нет, нормально все. Я думал, что Билли уже должен был в лифте быть. Подожди, а как ящик-то вытащить? Да, а, во, спрыгнул. Дура, отойди, и так, так тяжело, блядь. Спокуха. Башку, главное, не ёбнись, больно будет. Все-таки есть какая-то схожесть, знаете, это как бы, вот если бы в игре Сибирь были зомби, и надо было там по ним стрелять, было бы круто. Вот. Но там есть только загадки. Но схожесть у этих игр в этом плане, конечно, есть. Блять, а чё-то мы не дотянемся. Чё, Ребекку надо на шею себе посадить, что ли? Ить. Да не, руку протянешь. Глиф дисциплины. Всё? Таблички у нас. Надо было сейчас сохраняться, потому что, блять, опять эти ящики двигать, если сдохну. Это просто жесть. Так, ну чё, надо что-то из инвентаря выкидывать. А я могу еще сохранить, в принципе, лент до хера. И больше. Не, да, эти ящики двигать вообще говно занятие. Я думал, что на улице может что-то нападет, если я все это начну проделывать. Активируется скрипт какого-нибудь очередного говнобосса, но вообще, блядь, ничего. Просто выходишь, 2 часа двигаешь ящик, достаешь, заходишь, всем похуй. Выбросить, да. Так, что еще можно выбросить? Я думаю, что Билли один сходит, все это вставит. Там, блядь, тараканы. Дикие вообще. Билли, ты тупишь, блядь. Ты тупишь, нахуй. Аллилуйя. Мы счастливы. Блядь, точно 3? Заебись. О, интересно, интересно. Чем же нахер это все кончится? Может, Билли надо будет спасать на время? Чё-то давно, давно их действительно не разделяли и не заставляли спасать друг друга. На перегонки. По-моему, в этой части разработчикам эта тема очень понравилась. Они только для этого 2 персонажей и сделали. Блять, пошли нахуй, саранча ебучая. Ну, столбик-то, ёб твою мать. Тараканы тоже в нем застряли. Столбик какой-то, хрен обойдешь столб. Так, и их вставлять, наверное, их тоже не просто так, а просто в каком-нибудь особом порядке, я не знаю. На панели управления выгружен следующий текст. 3 фундаментальных принципа корпорации Umbrella. Равенство, братство, так, послушание, единство, дисциплина. Наверное, первая дисциплина.
А, он их сам вставляет куда надо. Да, и дисциплина не первая. Первый, наверное, рабство. Я угорю. Ну да, хули, рабство главное. Ну. What? Что, целое здание, что ли, уехало? Шатал дремал. Подожди, а Ребекка что, сюда больше не сможет прийти, что ли, сейчас? Не, должна. В водолазном костюме. А мне кажется, там сейчас будет замес нехеровый. С водяным каким-нибудь монстром охуительным. Ой, блядь. Одним побегаешь, вторым побегаешь, ёб твою маму. А там, глядишь, уже и серия полтора часа записалась. Давай, кривоногая. Семени быстрее семенилками. Так, тараканы за мной, сука. Тупые боты. Да-да-да-да-да. Пара-пара-пам. Хорошо, я хоть пиздюлей не наполучал. За эту разведку, блядь. Хорошо, Ребекка будет стоять у печатной машинки с лентой и чуть что будет сохраняться. Говно, блядь. А что дверь-то красной не сделали? Если в нее больше не войти. Ну, удачи тебе, Билли. Я думаю, тебя сейчас опиздюлят прямо на выходе. Кто-то шагает. А, птички летают. И церква. Ага. Интересно. Что это такое? Упс. А задачка-то для двоих, а я только одного сюда привел. Вот такая херня. Вот такая херня. Ладно. Но переигрывать, естественно, я буду уже эту ситуацию в следующей серии, потому что, блядь, заебло уже. Это все у меня, это все беготня порожниковая. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И вот такой облом.